Гейски, ребята, меня зовут Флэвиус, и сегодня, ребятушки, смотрите, мы продолжаем, наконец-то, все, сейчас мы, ребята, уже точно продолжим и завершим, ребята, этот великий поход красных шариков против квадратиков. Да, ребята, именно сейчас, я думаю, это все и закончится. А вы обязательно поставьте лайки, подпишитесь на канал, будет очень интересно. Так, ну что же, шарики выходят. Так, да-да-да, у нас есть, конечно же, обстрел стрелами, но пока что он бесполезен. Вот, ребятушки, поэтому мы пока вызываем, призываем, называем шариков. И, собственно говоря, дела делаются. Так, ну смотрим, что у главного здания 300 здоровья. Всего лишь и навсего. Ну, этого хватит, ребята. Ну, в общем-то, нам хватит наших воинов, чтобы очень-очень быстро с ним разделаться. И отлично. Так, хорошо. А что ж, победа? Победа, как всегда, мы 700 золотых. Опа, проверим, прибыли новые персонажи, ребята. Покупаем и получим новый персонаж. И это... Смотрите, это парень с щитом. Подождите, это парень с щитом. Так. Но этого больше здоровья, а этого больше атаки. Ладно, сейчас посмотрим, что это за парни такие новые нам прибыли. Так, ну на автомат тут можно все поставить, в принципе, да, но мы не будем. Ага, вот, ну да, он у нас парень с щитом, получается, такой вот. Парнишка. А тут уже парни с копьем. Пошли, хорошо. Так, ну что же, это, в общем-то, равноценно, да, я так понимаю. У них щит, у нас копье. Ну, как говорится, да, ладно, будем что-то делать. Так, а ну откидывайте врага, не дадим им даже и поцарапать нашу крепость. Потому что этих врагов нам нужно не щадить вообще никак. Так, ну что ж, сейчас хорошо вызываем нашего парня с мечом и щитом. Вот он наш красивый такой идет. Ну, в общем, парень довольно-таки, знаете ли, уверенный в себе, идет, все, сейчас всех тут победит. Все хорошо, отличненько у нас происходит. Так, ну, ребятушки, что ж, призываем больше нужно шариков. Так, хорошо. Есть, отлично, мы победили, ребята, и в этом бою. Ха-ха. Круто. Так, победа. 900 монет. Мы получили сундук. Вот это давайте. Так, опа, 1000 монет. Это, кстати, самая большая награда была здесь. Круто. Класс. Так, ну, ребята, у нас уже 4000. Что, в битву пойдем? Пойдем в битву. Или давайте немножечко проапгрейдимся, да? Давайте-ка, наверное, проапгрейдимся. Стоп, а нет, вот тут наши апгрейды. Где? Вот тут, вот. Давайте нашего персонажа. Может, замок проапгрейдим, а? Как думаете? Давайте на еду, наверное, больше. Производство еды ускоряет. Вот так вот, да, время. Максимальный объем. Ну, максимальный объем пока не надо. И простых парней давайте. Давайте мы апгрейдим вот этого парня до 5 уровня. Да, допустим. И вот этого, ага, до 5. Еле хватило денег. Ну, вот так вот, до 3. Все, погнали в битву. Там нам новый герой еще выдадут. Так, ну, пока мы со старыми, так сказать, будем разбираться, ребятушки. Так, ну, погнали. Все. Все, шарики наши заряжаются, там, так сказать, да. Наши. Так, квадратов. Много становится в этот раз. Многовато стоит, ребятушки. Многовато. Ну, знаете ли. Нас тоже немало. А, ну, кстати, смотрите, да. Теперь он настолько силен, смотрите, он просто уничтожает всех. Два шарика, мне кажется, тут справятся со всеми. Ну да, да, смотрите, просто два шарика, они настолько стали сильны. Ну, конечно, в пять раз сильнее они стали, ну, даже больше получается. Да уж, это круто, ребята. Ну что же, мы вот и побеждаем. Да, вот так вот просто. Вот так вот, скажем так, без лишних слов мы побеждаем. Отлично. Ребят, да, смотрите, двое этих шариков наших выиграют. Выиграют эту битву нам. Ну, это как-то совсем легко. Давайте мы ускорим, что ли, этот процесс. А хотя, кстати, может и не справиться. Ну, давайте понаблюдаем, в общем. Понаблюдаем, кто же кого же выиграет. Так, ну вот минус один шарик. Да, ребят, нет, все-таки маловато. Давайте вот так вызовем.
Одного бронированного, одного вот такого вот красивого. Хотя, смотрите, он справился. Ну, рано или поздно его все равно выиграли, да, но одолели. Но все же, ребята, видите, видите, какие мы сильные стали. Однако, да. Это хорошо, ребят, хорошо. Побеждаем, побеждаем и еще раз побеждаем. Так, хорошо, мы выиграли этот бой. Но выиграем ли мы войну, ребята? Вот это вопрос хороший. Да-да-да-да-да. Так, ну что ж, это победа, это однозначная победа. А это, ребята, означает, что вам нужно, означает вам поставить срочный лайк, красивый большой лайк. Так, ну, ребята, и в следующей серии мы купим нового персонажика. А вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами был Флавиус Одесса Амигос.